4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды завоевали зареченские пловцы в Кирово-Чепецке на всероссийских соревнованиях по плаванию памяти мастера спорта международного класса Яны Шамаровой. Более 400 участников из 13 регионов страны боролись за победу в соревнованиях на различных дистанциях. Воспитанница спортшколы «Союз» Анна Чертухина завоевала золото и серебро. Ее одноклубник Илья Еремин – обладатель 2 золотых и 1 серебряной награды. У Ангелины Никишиной золото и бронза. Бронзовым призером сразу на 2 дистанциях стал Александр Штанников. 3-е место занял и Александр Долгов. Коронными для зареченских пловцов стали дистанции 100 и 200 метров баттерфляем и 100, 200 и 400 метров вольным стилем.